Летний сезон в Башкирском драматическом театре имени Мажита Гафури не обошелся без премьер. Коллектив готовится представить постановку под многообещающим названием «Бомба». Зрительский интерес подогревается еще и тем, что кресло режиссера занял актер Фергат Гарипов. Жанр спектакля заявлен как комедия-фарс. На репетиции побывал Александр Калинченко. Бомба! Новость о заложенной бомбе разлетается молниеносно. И доселе забытый, обветшалый городской дворик вмиг оказывается в центре внимания всех СМИ. А как восприняли эту новость жильцы? Как приближение беды, как трагедию или как начало перемен к лучшему? Это даже радостное событие. Мы зажили еще более бурной жизнью. В этой постановке что ни персонаж, то яркая карикатура. Действующие лица – своеобразный срез, а порой и диагноз общества. Пожилая охранница, репортерша, любовники, алкоголик, бомж, участковый. А еще молчаливая кукла-мем из социальных сетей, символизирующая, по сути, сумму чаяний всех героев. Это вот один из самых главных персонажей этого спектакля. Что же он делает? Ждет. Чего? Перемен. Режиссер Фердат Гарипов до сего момента был известен как актер. Это комедия-фарс, его первая режиссерская работа после недавнего окончания театрального института имени Бориса Щукина. Признается, что в пьесе Салавата Абузара его прежде всего зацепила тема. Текст неоднократно редактировался, и в четвертом его варианте появились новые персонажи. Подчеркнуто неподвижные, словно вросшие в диван телезрители, наблюдающие за событием через голубой экран. В пьесе был репортер. А как известно, ружье, которое висит, должно обязательно выстрелить. И мы пытаемся из этого ружья стрелять методом телекамер. То, что снимает репортерша. А еще постановка станет редким случаем, когда главный герой истории – высокопоставленный чиновник. Для мэра города с говорящей фамилией Аллилуев все происходящее – лишь дополнительный шанс набрать больше голосов на выборах. Так он произносит пламенную речь перед телекамерой о борьбе с терроризмом на муниципальном уровне. И хотя режиссер в одном из своих интервью подчеркивал, что не собирается этим спектаклем никого шокировать, похоже, премьера обещает прозвучать громко. Как и положено бомбе, она взорвется всего один раз, по крайней мере, за это лето. Александр Калинченко, Салават Валеев, Россия Культура, Башкортостан.